Да, всех поздравляю с Рождеством. Желаю крепкого здоровья. Приезжайте почаще в Москву. Радуйтесь мгновением позитива, мгновением счастья. Пусть у вас будет все хорошо. Вот. Три вокзала: на Ленинград, на Воронеж и на Архангельск, на Воркуту. Всегда рады вас отправить в любую точку страны. Поэтому не проходите мимо. Эти морозы, скоро крещенские будут морозы. Да, нас, мы померзнем, но все будет хорошо. Поэтому с наступающим Рождеством, дорогие россияне. Берегите себя, верьте в себя и до новых встреч. А мы отправляемся, нам пора потихонечку в этот теплый вагончик. И мы едем на Дальний Север. Так что, ну, не дальний, но такой начинающий. Вот, поэтому счастливо оставаться и чтобы вам было тепло. Это самое главное.